Евгений, добрый день. Приветствую. Жень, сколько ты работаешь в сетевом бизнесе? Наверное, около 5 лет. А кем по профессии ты был до MLM-индустрии? Ну, у меня техническое образование. Я работал в сотовом ритейле, возглавлял регион. Далее работал и сотрудничал с компанией «Газпром». И вот, наверное, порядка 5 лет я уже работаю в сетевой индустрии. Жень, скажи, пожалуйста, как твоя жизнь изменилась с переходом в MLM-бизнес? На самом деле жизнь поменялась кардинально. В каком плане? То есть, прежде всего, это в плане дохода. То есть, на сегодняшний день я зарабатываю действительно достойные деньги. Я езжу на той машине, о которой мечтал. Я построил тот дом, о котором всегда думал, о котором мечтал. Да? То есть, у меня большая семья. Сейчас я жду вторую дочку. Да? И по большому счету, у меня появилось много времени, которое я уделяю тем людям, которых я люблю и ценю. То есть это тоже, наверное, благодаря сетевой индустрии. Что для тебя самое ценное в малом бизнесе? Ценное для меня прежде всего результат. Результат просто бывает, наверное, разный. Да? То есть, с одной стороны, есть финансовый результат, но который, безусловно, важен. С другой стороны, результат в виде того времени, которым я сейчас распоряжаюсь сам. То есть я сам выбираю, куда ездить, я сам выбираю, с кем ездить, да, я сам выбираю, сколько времени мне проводить с семьей, когда я хочу путешествовать и так далее. То есть, по большому счету, вот это тот результат, который дает именно MLM-индустрия. Что тебе больше всего нравится в команде Life is Good? Прежде всего, это, наверное, перспектива. То есть компания сейчас делает то, что не делал никто. И с одной стороны, идти всегда вот по новой дороге, это, наверное, сложно, это непросто. Встречается масса препятствий на твоем пути, но с другой стороны, ты понимаешь всю колоссальную перспективу. Женя, как ты справляешься с трудностями? Трудности, наверное, есть всегда. И другое дело, что некоторые как-то вот опускаются перед трудностями, а другие просто берут и делают. Да? То есть, по большому счету, вот все, что происходит в начале, это всегда трудно. Но ты можешь либо остановиться, либо встать и делать. Да? Это то, чему прежде всего учил ты меня. Женя, что ты чувствуешь в малом бизнесе? Драйв, энергетику, перспективу. Вот life is good, и этим все сказано. Да? То есть жизнь меняется, жизнь действительно прекрасна, просто многие люди этого не замечают. И что ты хочешь получить от этого бизнеса? Ну, наверное, вот... Все, да, то есть все можно перечислять бесконечно, то есть финансовый результат он уже есть, но он будет еще больше. Я хочу получить признание, действительно хочу, я хочу видеть результаты своей работы, хочу видеть довольных клиентов, которые с помощью нашей компании поменяли свою жизнь, приобрели себе жилье. Я хочу видеть партнеров в своей команде, которые начали действительно зарабатывать деньги для себя, для своей семьи, и чтобы эта компания изменила их жизнь в том числе. Какая твоя цель на ближайший год? В следующем году я планирую выйти на доход в 2 миллиона евро в год. По-моему, блестяще.